Все равны перед опасностью заболеть и погибнуть от коронавируса. Инфекция не щадит ни молодых, ни пожилых людей. Сегодня не стало нашей коллеги с ГТРК «Мурман» Ирины Тверетиновой. Последние годы Ирина трудилась на ГТРК исполнительным продюсером, специалистом, который ищет актуальную информацию, договаривается о съемках. Но жителям области она больше всего запомнилась своей работой обозревателем в газетах «Вечерний Мурманск» и «Комсомольская правда». В мае этого года Ирине Тверетиновой исполнилось 40 лет. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ирины Константиновны.